Привет, друзья! Прошло лето, я полгода ходил на яхте, обучал людей управлять лодкой. Наконец вернулся домой, и вот настало время, мне кажется, рассказать вам, пока зима, пока коронавирус нас пока еще не отпускает, как раз поделиться знаниями о яхтенных маршрутах, о моих любимых яхтенных маршрутах, которых я 20 лет, по которым я уже хожу на яхте, со знанием, так сказать, всех мест, ресторанов, того кайфа, который может быть. Это будут яхтенные маршруты, рассчитанные на неделю, максимум на две. И это не будут яхтенные маршруты, рассчитанные на большие длинные переходы. Это именно для тех, кто берет яхту в аренду, прилетает, неделю катается с друзьями или с семьей, да, и потом улетает обратно. Потом прилетает в другое место, там берет яхту в аренду, опять катается, опять это самое, да, улетает обратно. Значит, это будут карты, это будут координаты, это будет рассказ о тех местах, где я был неоднократно, и я думаю, что вам информация будет полезна. Да, естественно, что пока у нас открыта только Турция, начинать надо именно с нее, тем более, что Турция в Европе это, наверное, самое лучшее место для отдыха на яхте, соотношение цена-качество. Так давайте начнем. Ну, собственно, начинаем мы с Турции, да, как я говорил. Надеюсь, Google на меня не сильно обидится за то, что я использую его, так сказать, программу Google Earth. Но, в общем, программа достойна для того, чтобы на ней как минимум визуализировать те места, о которых хочется рассказать. Как эти будут рассказы, они будут построены таких карт, как бы интерактивных. Я вам буду просто двигаться, прям рисовать маршруты. Ну и мне кажется, достаточно будет понятно, что куда двигаться и так далее. Итак, собственно, вот Турция, да. Значит, и яхтенная акватория Турции расположена вот примерно вот отсюда, от города Фетия. Ну, можно чуть подальше, вот отсюда, от Каши, да. И до Бодрума, вот до Дидима, вот до сюда вот дойти, да. Самос — это уже Греция. Вот здесь вот, собственно, и можно ходить на яхте. Вот сюда дальше ветер уже не добирается, в Анталии уже ветра нет, ну и тут уже и гор нет. Вот, а вся красотень, как бы, самая, да, всякие бухточки, горы, поросшие соснами, да, ресторанчики, они все расположены вот здесь вот. Ну и, собственно, весь этот, вся эта акватория обслуживается аэропортом Даламан. Вот он. Значит, куда, собственно, летают самолеты. Аэропорт достаточно хорошо загружен. И из России туда летает ежедневно там, ну, даже уже в пандемичное время летает как минимум 3-4 рейса в день. А уж когда, значит, пандемии не было, туда летало и 10, и англичане тоже, и так далее. Вот. Ну и, собственно, из Даламана можно попасть в два места. Да, вот в Фетия город, да, или называется он по-древнему Телмесос, греческий. Мармарис, собственно, столица, как бы, так сказать, яхтенная, да. Ну и Бодрум. Здесь, конечно, уже вот аэропорт Милош, да, он поближе, поэтому обычно те, кто попадают в Бодрум, они, собственно, летят до Милоша, да. Значит, ну, собственно, он и есть аэропорт Бодрум. Ну и, собственно, мы сейчас с вами посмотрим маршрутик из Мармариса в сторону Фетия. В следующем, значит, видео будет маршрутик из Мармариса в сторону Бодрума. Ну и еще будет один маршрут, я вам покажу двухнедельный маршрут, смесь Греции и Турции, или Турции и Греции, потому что мне кажется, что вот здесь надо обязательно походить. Офигенные совершенно места. Вот, и, собственно, давайте мы начнем, ну, естественно, с Мармариса, потому что, значит, Мармарис — это такая яхтенная столица, как бы Мекка, я бы сказал, да, место, где огромное количество людей открыло для себя яхтинг. Вот, и, собственно, и я сам в том числе. И давайте мы начнем. Собственно, из Даламана до Мармариса ехать на автобусе примерно час 40. Вот, значит, такси стоит на сегодняшний день порядка 40 евро. Но теперь, значит, у них есть совершенно отличные автобусы по 17 лир, которые вас довозят. Называется «Хаваш» или «Мутаж». Это автобусы, которые приурочены к прилету турецких авиалиний в аэропорт Даламана, да. И вы просто выходите из аэропорта, садитесь в этот «Мутаж». Там есть и вода, и интернет, и телевизор, и все, что вы хотите. И он вас привозит на автостанцию города Мармарис, которая находится вот здесь, вот-вот, рядышком совсем. Вот въезд в город, собственно, и вот автостанция, вот ее даже хорошо видно. Вот. Значит, в Мармарисе, собственно, Мармарис — город небольшой, в нем живет примерно 100 тысяч человек. Значит, здесь есть центровая марина, которую все знают.
Вот она, называется Netzel Marina, в которой находится всем известный ресторан Pineapple. Вот его, собственно, вот эти желтые крыши, да, где, собственно, собираются огромное количество русских яхтсменов. И каждый раз, когда ты прилетаешь в Мармарис, обязательно в этом Pineapple кого-нибудь встретишь. Ну и, собственно, Netzel Marina, центровая марина как бы города Мармарис, где расположено большинство чартерных компаний. Вот. И вторая марина, на которую стоит обратить внимание, называется Мармарис Яхт Марина. Вот она находится немножко на отшибе, на перешейке. Раньше это был пролив, потом греки древние его засыпали. Вот, значит, и, собственно, теперь там тоже марина, но в ней находится всего лишь одна чартерная компания, компания Skyachting, но при этом эта компания одна из лучших, которая обслуживает и лодки, и они с большим, так сказать, с большой радостью и с большой уровнем сервиса относятся к своим, значит, так сказать, клиентам, поэтому обратите на нее внимание. Skyachting в, значит, в марине, Мармарис Яхт Марина, да. И, собственно, значит, вот здесь вот, значит, вот здесь вот понтон N и понтон M. Здесь находятся еще вот офисы, вот, вот эти вот крыши, да. Это офисы чартерных компаний. Здесь находится компания Phoenix, я не знаю, как она будет называться в этом году, по-моему, ANKA. Вот, значит, здесь находится компания Offshore Sailing. Здесь находится компания GMM. Вот здесь вот, вот в этом домике находится компания McNattis. Вот их пирс здесь, да. Вот, отличная компания McNattis, я вам всем рекомендую. Значит, ну, естественно, Фениксы, как бы, да. То есть вот здесь вот тоже достаточно большое количество чартерных компаний. Вот, добраться из Мармариса до вот марины, значит, яхт-марины очень просто. Значит, здесь есть, значит, в Мармарисе есть центр города. Вот, сейчас я вам покажу, где находится вот этот теннисный корт. Вот это, кстати говоря, вот эта улица, это улица яхтенных магазинов. Здесь все, значит, забито яхтенным магазином. Здесь можно купить все, что угодно. Вот, значит, а вот здесь вот, вот в этом месте находится, значит, большой супермаркет Migros. Вот видите, вот здесь вот стоят такие домики. Вот здесь, отсюда отходят автобусы, называются они долмуши. Вот, отсюда каждый час за 3 лиры вы можете доехать до марины Яхт-Марина. И в отличие от, так сказать, Netzel Marina, которая такая выставочная городская марина, да, значит, вы, собственно, попадаете здесь, в Яхт-Марине, вы попадаете в такую рабочую марину. Ну и для тех, кто думает по поводу того, где стоять на зиму, и владелец своих собственных яхт, как бы, да, значит, я вам всем советую не думать больше и вставать вот сюда, потому что здесь, ну, как минимум в 2 раза дешевле, если вы хотите сэкономить денег. Некоторые люди стоят, кстати говоря, вот здесь вот на якорях, вот здесь вот, либо вот тут вот, вот, значит, здесь находится памятник Ататюрку вот в этом месте. Это такой центр города, да. Вот, вообще, на самом деле, вот эта бухта, значит, треугольная, видите, да, она, значит, место проведения всем известной регаты Marmaris Race Week, вот. Значит, и здесь как бы вот в самом городе жить особо как бы вот так не очень хорошо, потому что бухта, в общем, достаточно грязноватая. Единственное место, где отлично живется в чистоте и порядке, это вот пригород Чмелер. Здесь находятся 5-звездочные отели. И, собственно, видите, здесь как бы открытое море уже, да. То есть здесь вот как бы мусор не копится, который копится вот здесь вот, да. Вот. Ну, собственно, и теперь давайте мы поедем с вами как бы, да, по маршруту. Съездим с вами на недельку, значит, отсюда, из Мармариса, в, значит, в Фете, в Телмесос, да, и вернемся обратно. А вот, итак, собственно, прилетели вы в субботу или в пятницу сюда, поселились в отель, в субботу приняли яхту, и, значит, вам, как бы, у вас остается там полдня, да, для того, чтобы, так сказать, не сидеть в субботу в марине на яхте, да, вы совершенно спокойно можете отойти недалеко. Вот. И первое место, куда стоит вам, я вам как бы хочу как бы сразу порекомендовать сходить, это вот сюда вот. Вы выходите из Мармариса и идете вот таким маршрутиком вот в это место. Оп. Отлично. Значит, это место называется, вот видите, пирсик. Это место называется Кумлюбук. Вот, я сейчас постараюсь вам показать всяческие фоточки. Вот, собственно, значит, чем оно хорошо. Это частная вилла. Вот, значит, где есть совершенно чумовой ресторан. Там есть повар-китайцы, там есть китайское меню.
Значит, и, собственно, частная вилла сделана была под себя человеком, который жил долгое время в Голландии. Поэтому он подошел к процессу, скажем так, декорации своего места, где он живет, с большой любовью. И там, значит, во-первых, есть домики для жилья на берегу, для спанья на берегу, на пляже прямо, да. Там есть огромное количество грибочков и лежаков. Вот, там совершенно чумовое музыкальное оформление. То есть у вас там играет такой джаз-лаунж, да. И когда вы туда попадаете, там вообще реально, как бы, да, вы не понимаете, что вы находитесь в Турции. Это вообще не Турция, да. Вот, и я всем сильно рекомендую это место. Я очень сам люблю там бывать. Значит, вот, да, как бы, причем, значит, к вечеру, когда туда еще подъезжают люди, как бы, да, значит, их туда привозят автобусами, да. Вот, собственно, причальчик этот, да, и вот здесь у вас такая вот дорожка, пальмы, вот. И вот здесь вот, ну, реально очень круто. Единственный недостаток этого места, там собака дороговата. Вот, значит, то есть где-то примерно, ну, может быть, процентов на 30 дороже, чем как бы в городе, да. Но зато вы получаете как бы вот этот вид, вы получаете повара китайца, вы получаете очень обходительный сервис. И, в общем, реально, как бы, значит, место достойное для того, чтобы, так сказать, начать путешествие и сразу, так сказать, задать тон, да, вот этого, так сказать, вашего маршрута. Собственно, Кумлюбук, да, называется еще у голландца Ахмета. Посмотрите, как бы, да, значит, в Луции все места хорошо очень известно. Вот, и, собственно, вот здесь мы пин этот поставим, да. Сейчас, хоп, сюда пинчик мы с вами запиним. Вот координаты его, да, 36 градусов, 44 минуты, 42 норд, 28 градусов, 16 минут, 36 восток, да, ист. Вот. Значит, на следующий день просыпаетесь вы, и у вас самый такой неприятный переход, потому что, значит, вам надо скинуться в направлении города Фетия, да, вот, значит, и пройти достаточно длинное расстояние. Значит, ну, что делать, как бы, да, выходите раньше. Выходите раньше, выходите с утра, значит, и, собственно, будет вам счастье. Вот вы, собственно, вот так вот идете, сюда вот, да, и у вас дальше здесь есть выбор. Либо вы заезжаете и едете влево, да, либо вы проходите дальше, в сторону Алюдениза. Все будет зависеть от того, какой будет дуть ветер, да. Ну, я вам рекомендую, на самом деле, да, вот проехать вот так вот, пройти здесь каналом и приехать в бухту под названием Сарцело. Собственно, окей, так. Значит, сейчас мы с вами посмотрим, сколько это, значит, у нас с вами расстояние, свойства, измерения. 46 миль. А, вот морские мили, 40 миль. Ну, то есть, в реальности, как бы, да, если вы поедете там, значит, не знаю, там, 7-узловым ходом, да, 7-7-49, то есть, где-то 6 часов, да. Ветер вот здесь дует вот так вот. То есть, у вас здесь будет попутняк. Вот, и чем дальше вы будете сюда подъезжать, тем он больше будет усилиться. В районе Даламана будет дуть отлично совершенно. Галфинг Даламан прям засасывает в себя ветер. И вы, значит, с большим удовольствием прямо вот здесь вот прям будете лететь вот в этом кусочке. Здесь самое главное выскочить вот из-за этого мыса, вот сюда вот. Обратите внимание, вот здесь вот, да, находится база НАТО, вот в этой бухте, вот за этим островом. И вот здесь вот запретная зона. И ходить туда не надо. У меня, значит, есть один капитан знакомый, который, значит, выпил вина, и у него экипаж перепутал бухту Мармарис с этой бухты, и они туда заплыли, их там, в общем, арестовали. Поэтому будьте внимательны. Вот, и так, собственно, 40 миль, прошли вы вот сюда, прошли вы здесь проливом, здесь отлично можно проходить. И, значит, вы попадаете в национальный парк Скопье, да, Скопье, вот, значит, где огромное количество всяческих бухточек, и вот здесь вот, вот она у нас с вами, находится бухта Сарсала. Сейчас мы сюда тоже пин загоним. Вот. Значит, этот пин, значит, координаты Сарсала 36 градусов 39 минут норд и 28 градусов 51 минута востока, да. Значит, там, значит, это лучшее место, где готовят лучших баранов пищи. И очень такой friendly staff. Тут вообще, на самом деле, везде friendly staff, да. Вот. Значит, и вы приходите туда, бронируете столик, стоянка бесплатна, и, собственно, все, шоколад вообще полный. Вот. И ночуете там спокойно, да. Значит, единственный момент, когда, значит, если у вас вдруг по прогнозу южный ветер, как бы, ожидается сильный, то стоять в этой бухте не очень хорошо. А если все-таки вам придется стоять вот здесь, то вставайте вот в этом месте.
тогда ветер, который будет залетать отсюда через соседнюю бухту, вот так вот будет проходить, да, вот отсюда будет сюда заворачиваться, и вот в этом месте будет, собственно, фарш, а вот в этом месте будет штиль. И я уже один раз это делал, теперь я всегда, когда туда прихожу, стою вот в этом углу, хотя там и помойка рядом, но она, во-первых, не пахнет, во-вторых, недалеко ходить, а в-третьих, всегда спокойно здесь ночуешь. Вот, место очень клевое, чувака, который там рулит, зовут Сеткин. Вот, и только барашка в печи, да, баран в печи, лучшее место. Вот, на следующее утро просыпаетесь, да, и у вас, это у нас с вами был в воскресенье, да, значит, на следующее утро вы просыпаетесь, и, собственно, у вас есть возможность покататься, получать кайф, потому что здесь все закрыто, да, ветер начинается за 12, вот отсюда, вот из этого пролива, значит, вот, здесь ямка в горе, да, и отсюда начинает вот из этой бухты, значит, Wall Bay, да, начинает дуть. Вот, дует вот так, в таком направлении. Вот, и вы получаете, здесь можно отлично погонять, как бы, да, потому что абсолютно гладкая вода, и дует, я не знаю, там, к 2 часам начинает раздувать до 20 узлов. То есть, прям вообще огонь, полетать, поездить, да, именно получать, покайфовать. Вот, если вы хотите пойти покупаться, то вы переезжаете через вот этот проливчик, вот, и идете вот в это место. Здесь старый разрушенный ресторан, а вот здесь вот из камней на берегу выложена такая птица. И вот здесь вот очень такое, как бы, тихое, спокойное место, да, с пляжиком. Вот. Значит, единственное, что вы встаете где-то на 15 метрах здесь на якоре, да. Вот. Ну и надо внимательно смотреть, потому что здесь глубина резко повышается. И, в общем, можно. Я там всегда всю цепь отдаю для того, чтобы, так сказать, спокойно встать. Либо растягивайтесь на берег, и тогда вообще гарантированно стоите здесь. Здесь можно погулять, как бы, вообще отличное совершенно место для того, чтобы отстояться. Вот, но, собственно, вот мы с вами сейчас, я тут дорисую, да, эту картиночку. Вот отсюда, как бы, да, вот так вот, жжик, мы сюда с вами поехали. Вот, окей. Тут, я не знаю, расстояние, ну, полчаса проехать. Вот. И на следующий день, собственно, да, это у нас с вами понедельник, да. Вот, значит, ну и, собственно, где нам с вами начинать в понедельнике? В понедельнике я вам рекомендую сходить вот сюда. Вы здесь можете еще покататься, как бы, да, значит, по бухте, по самой, там, туда-сюда сходить. Тут вот, видите, проливчики всякие, да. Вот тут отличное тоже место с ресторанчиком. Вот, видите, причал, заходите внутрь, называется остров Терсана, да. Вот, значит, но вот я вам всем рекомендую на один денек прикоснуться к настоящей турецкой, аутентичной, как бы, так сказать, бухте, к тем местам, которые были давно. Называется ресторан «Намигос», вот. Это такое, в общем, даже я не могу сказать, это такая реальная турецкая деревня. Ходят барашки, ходят куры, собаки. Значит, тут же как бы развалины, какие-то греческие развалины. Вот так это примерно выглядит. Вот, значит, плавающие понтоны, плавающие понтоны, на которых стоят столы с рестораном. Вот, и дядька там, владелец, значит, он, вот, значит, это сам готовит здесь, значит, кабанов, как бы, которых он, значит, ловит, как бы, в лесу, да, вот, а здесь вот в этом месте с утра они пекут чумовой хлеб. Вообще, на самом деле, во всех бухтах пекут чумовой хлеб, значит, ну, тут, в общем, вот, в каждой бухте он, кстати говоря, он свой, и, в общем, можно выбрать себе бухту, исходя из того хлеба, который вам здесь нравится. Все это расстояние, там, не знаю, там, ну, в реальности полчаса хода, поэтому, в общем, не вызывает никаких проблем для того, чтобы, если вам здесь не понравится, там, в 6 часов вечера выйти отсюда и переехать вот сюда, да, к примеру, да. Здесь совсем другая история. Это называется Wall Bay, да. Вот. И, собственно, вот давайте я сейчас сюда ткну, как бы, да, за Wall Bay. 36 градусов 38 минут севера и 28 градусов 51 минут востока, да, Wall Bay. Значит, это такое понтовое место. Значит, здесь сделали такой абсолютнейший рефит, значит, ресторан. Тут у них есть свой пляж, у них есть здесь библиотека. У них здесь есть даже барабанная установка у них там стоит. Вот, значит, ну и такое, в общем, могучее место, но чашка чая стоит 5 лир, да. А в соседних ресторанах чай стоит бесплатно. Поэтому, как бы, вот выбирайте сами, что вы хотите, да. Значит, итак, возвращаемся обратно. Мы с вами... Да, это все, как бы, видите, это все такие горушки. Вот. Что, как бы, прикольно, потому что, значит, вокруг вас пальмы, эти самые сосны, вокруг вас горы, вы можете с утра подняться в горы, вот, и здесь огромное количество бухточек, да, вот, кстати говоря, вот здесь, вот, видите, вот, это называется Большая Сарсела, вот здесь вот пляж, да, и отсюда
до аэропорта Даламан примерно 15 минут ехать. То есть я очень часто бываю, что я как бы ко мне люди, когда прилетают, я их не гоню в Мармарис, да, а они у меня отсюда на такси приезжают прямо отсюда. Здесь вот их сажают на лодку, да, и, собственно, привозят в Сарсулу 10 минут тут на лодочке прокатиться. Ну и сам по себе процесс такой кайфовый, да, согласитесь. Значит, вот, это у нас с вами был понедельник, да. Вот, значит, собственно, теперь идем с вами дальше. Вторник, дело такое, надо сходить в каких-нибудь культуры какой-нибудь. Значит, и вот мы с вами выходим здесь отсюда, да. Значит, вот, сейчас, вот так вот, допустим, да, пройдем сквозь канальчик, да, и пойдем вот сюда с вами. Оп. И приедем вот к этому острову. Этот остров непростой. Вот, этот остров называется остров Гиммлер. Значит, этот Гиммлер, значит, это остров, на котором по разным, так сказать, 18 миль расстояния, да, координаты Гиммлера, 36 градусов 33 минуты норд, 29 градусов 4,5 минуты востока. Значит, здесь родился Дедушка Мороз, Николай Угодник. Здесь, если посмотреть внимательно на всю эту акваторию, то вот это все застроено старинными домами, как греческий, 5 век до нашей эры. Как сказал один мой знакомый, вот так, говорит, копишь, говорит, на трешку, значит, в Бирюлево, а потом все это превращается вот в эти вот развалины. Видите, вот тут дома, вот такие вот дома. Вот сейчас посмотрим, что тут нам Google дает. А вот... Значит, и Гиммлер такое место культовое. Вот здесь вот находится алтарь Аполлона, да? Наверху. Вот видите, алтарь Аполлона. Тут такая галерея. Значит, кто-то давно, лет, наверное, 10 назад говорил мне о том, что здесь жила принцесса какая-то, у которой, значит, была аллергия на солнце. Видите, вот такие вот. Значит, и, собственно, поэтому вот она гуляла по этой галерее. Вот. Но главная, конечно, ключевая, как бы, так сказать, фигура этого острова, это Сент-Николас, да, то есть Дедушка Мороз. Вот. И, собственно, весь этот остров, это остров, застроенный домами. А вот здесь вот дома находятся под водой. И судя по тому, что видно, и здесь уже есть дома, и здесь дома, и вот здесь дома, и здесь дома. Это было землетрясение, и это был как некий город, который, проще, провалился под воду. Значит, потому что здесь везде дома. Вот, значит, и вот здесь вот на середине, как бы, значит, маршрута наверх в горку, вы поднимаетесь, там находится христианский храм, значит, с изображениями, вот от него кусочки, вот видно, да? Там мозаика у них, вот, видите, Сент-Николас, да? Вот. Значит, и, собственно, по преданию, значит, Дедушка Мороз, он здесь родился, Святой Николай, да, потом он был здесь погребен, вот, и когда Османская империя стала захватывать территорию, то его, значит, собственно, выкопали и мощи отвезли в Бари, где он находится до сих пор, вот. Значит, вот в этом месте находится будка с контролером, который продает билетики, да, но, значит, многие наши, они вот здесь вот просто вплавь добираются. Вот, значит, здесь швартовка на якоре очень глубоко. Здесь надо отдавать весь якорь вообще, да. И веревку на берег кидать. Вот ветер дует вот таким образом. Вот, и имейте в виду, что как бы если вот такой боковой ветер дует сильный, вот, то, в общем, как бы, в общем, ходить тут особо, стоять на ночь лучше не стоять. Потому что сорвет и все, да. Ну, либо отдавайте, здесь очень глубоко, здесь до 30 метров. Поэтому я всегда опять всю цепь отдаю. Значит, мотором еще ее натягиваю и уже потом завожу веревку на берег так, чтобы все это вообще в струну было выбито. Вот, значит, ну и тогда гарантированно можно как-то спать. Вот такое, как бы, вы просто броете по этому острову. Значит, наверху здесь маяк и, в общем, такие романтические, как бы, значит, виды. Значит, здесь еще, собственно, если дождаться заката, то тогда у вас здесь, значит, с этой стороны, значит, вот здесь вот у вас вот эта гора, видите, какая гора? Эта гора называется Баба Даг. Вот, отсюда летает на парапланах. Вот она, собственно, белая горушка такая. Значит, и вы, с одной стороны, у вас этот Баба Даг, он розового цвета становится, когда солнце садится.
Вот, значит, а с другой стороны, у вас здесь, вот, собственно, Родос тут недалеко. Да, и значит, Родос, конечно, не видно, но солнце, которое садится в океан, ну, не в океан, а в море, его, конечно, видно. Вот. Значит, но я вам сильно не рекомендую стоять здесь ночью. Ну, просто потому что, во-первых, на якоре стоять грустно. Вот, значит, во-вторых, всего лишь там в 10 минутах езды отсюда находится вот милый такой ресторанчик. Вот он здесь. Тоже еще одна, значит, такая странная очень история. Значит, ресторан тут, он на сваях. Значит, собственно, сами сваи вбиты, как бы, значит, место называется Карачаурен. Вот, значит, вы сюда приплываете, значит, здесь буи, да, вот, и, собственно, ресторанщики вас паркуют на эти буи, кидают веревки сами на берег, и дальше вас лодкой довозят до ресторана. Там есть теннисный стол, значит, и можно поиграть, послушать регги. Там такой парень молодой, у него жена из Голландии, вот, значит, они там живут вместе с этой женой. Вот, значит, с этим, с местом связана такая достаточно странная история, потому что здесь, как я говорил, здесь везде греческие развалины. Ну и, собственно, и здесь тоже, как бы, да, частная территория. Но при этом, когда папа этого владельца нынешнего, значит, собственно, строил этот ресторан, то ему пришлось, собственно, он обустраивал туалет, и он сделал туалет в греческом туалете, значит, 5 века до нашей эры. Ну и приехала комиссия, там, ЮНЕСКО, не ЮНЕСКО, обнаружили, что, значит, греческий туалет оккупирован современными турками. Вот. Ну и человек посадили на 5 лет в тюрьму, потому что ему сказали, либо ты сейчас разбираешь и все это обратно и возвращаешь, как бы, в аутентичный вид, либо, значит, мы тебя сажаем. Он отказался и просидел 5 лет за туалет. Вот. Но сейчас уже все как бы наладилось, слава тебе, Господи. Поэтому место, на самом деле, очень прикольное. И я могу сказать, что вот когда ты туда приходишь, то вот у меня всегда, я думаю, сейчас вот люди, которые скажут, куда ты нас привез? Вот. Но все в один голос говорят, это было одно из самых лучших мест. Карачаурен. Вот, значит, запомните, местечко, меточка, 36 градусов, 32 минуты норд, 29 градусов, 3,5 минуты востока, да? Восток у нас это вест, нет, ист, я все время путаю, ист, да, ист. Так, значит, собственно, да, и это у нас с вами был, что у нас был? Это у нас был понедельник, вторник, да, вторник. Значит, ну и, собственно, значит, среда, четверг, пятница, да, остается. Значит, на следующий день я вам предлагаю, если вам позволит, конечно же, погода, заехать вот сюда. И вот, значит, здесь у нас есть с вами долина бабочек. И вот она, видите, смотрите. Сейчас я тут попытаюсь ее как-то развернуть. Потому что, так сказать, вот она, видите, долина бабочек. Вот она. Это не долина бабочек. Вот она, долина бабочек. Вот она. Вот. Это такое место, которое в 60-х годах еще было оккупировано, значит, так сказать, местными какими-то там растаманами. Вот, координаты 36 градусов 27 минут норд, 20 градусов и 7 минут востока. Значит, долина бабочек. Но единственный момент, что если у вас с моря идет свал, вот, то тогда это, в общем, не очень хорошо. Поэтому, значит, там просто красиво, пляжик, вот, какие-то ресторанчики, вставать на якорь. Все, в общем, то есть это такое дневное место, там на часик, да, вот. И потом дальше вы с этой долины бабочек можете рвануть в два места. Значит, вы можете, вот здесь вот есть бухта такая, называется она Капи-Крик, вот она, видите. Значит, это такая, ну, аналог, так сказать, вот того же Сескина, того же Сарсела, да, вот. А можете, допустим, рвануть в город Гёчик, вот здесь вот. Гёчик вообще прям огонь место. Сейчас, поэтому мы с вами рванем в Гёчик, а вы там, если вам захочется куда-то еще, ну, поедете, сами сходите. И так вот мы с вами отсюда рвем, да, из долины бабочек. Так, сейчас мы... Ой, как же мне... Вот, тетерах тебе дох. Так, окей. Вот. Значит, вот мы с вами рванули в Гёчик. Гёчик – это деревенька, в которой находится 6 марин. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все эти 6 марин. Собственно, это такая яхтенная деревня. Она, собственно, превратилась в маленький городишко из-за того, что здесь огромное количество марин. И в силу того, что, значит, здесь огромное количество марин,
А стоянка, в общем, достаточно, ну, я не могу сказать, что дорогая. То есть деревня нацелена на их смену, да? То вот в этом месте, вот, видите, такой гнутый причальчик, вот, значит, появилась так называемая мега-яхт-марина. И вот эта мега-яхт-марина, она является таким очень прикольным местом. Здесь стоят миллионерские моторные яхты, в том числе наших олигархов. И вы вообще вот в этом заливе, как бы, да, здесь просто реально красиво, да. Кстати говоря, по дороге вот сюда, в Гёч, вы можете заехать вот сюда, вот в это место. Видите, здесь коса, вот такое озеро, сможете встать на якорь. Вот сюда возят туристов огромных, очень много, и поэтому тут как бы шумно. Вот. Но зато к вечеру, когда туристы перестают ездить, здесь очень клево. Если вы в большей степени предпочитаете вставать на якорях, то тогда самое место для того, чтобы, так сказать, вот здесь отдохнуть. Вот. Но, значит, вот в этом мега-яхт-марина, в силу того, что наши олигархи любят сюда приезжать, и тут у них яхты их стоят, они сюда приходят, да? Вот. Сам город Гёчик представляет собой город, нацеленный на наших олигархов. Здесь есть магазины, которых вы даже в Стамбуле можете не встретить. Но в Стамбуле, наверное, все-таки встретите, но в ближайших местах точно нет. Здесь есть магазины, которые продают элитное вино. Здесь есть магазины типа «Турецкий азбука вкуса», где можно купить любую еду, там, европейскую еду, да. Здесь абсолютно чумовые бренды, значит, местные, там, дизайнерские, да. Здесь продаются всякие поделки, дизайнерские штучки, какие-то тарелки, подушки и все остальное прочее. И все это такое вот с закосом на такую Европу. И таких мест в Турции крайне мало. Вот, вы попадаете реально как бы в такую европейскую вообще штукенцию. И денек, вечерок, да, значит, вы, собственно, отдыхаете именно вот в такой истории. Вот, здесь есть... очень интересный, значит, так сказать, ресторан, который называется «Кебаб-госпиталь». Вот, он лечит кебабами, соответственно, судя по названию. Я в нем был первый раз в 99-м году. Он, в общем, с тех пор как лечил кебабами, так и лечит кебабами. Вот, и кебабы, я могу сказать, что там просто вообще на номер один. Вот, всем рекомендую «Кебаб-госпиталь», город Гёчик. Вот, координаты вот такие, да. Значит, 36 градусов, 45 минут севера, 28 градусов, 56 минут востока. Вот. Обратите внимание, вот здесь вот находится большая, значит, марина, Демарин Гёчик, да? Вот. И я вам туда не рекомендую соваться, потому что, во-первых, здесь с моря идет свел все время, да? И здесь нету, видите, мола, здесь гостевой понтон, вот этот. Мало того, он еще и плавает. Поэтому, значит, здесь, во-первых, всех все время бьет. Вы все время прыгаете на этой волне, да? И отсюда очень далеко идти. У них здесь, конечно, есть электрокар, который ездит, как бы, да, вот до сюда. Но все равно, так или иначе, вот из города, особенно после того, когда вы кебабами, как бы, так сказать, натрескались, идти обратно 20 минут пешком, ну, в общем, такой, на мой взгляд, лишняя, как бы, да, история. Вот. Значит, и, собственно, вот мы с вами в Гёчике ночуем, да? И на следующий день пора уже возвращаться обратно. Вот. И мы с вами рано выходим. Здесь, кстати говоря, значит, акватория черепах и дельфинов. И если у вас вот будет, ну, условно, хорошая погода, то есть без ветрия, да, особенно с утра, да, то вот выйдя вот сюда вот, вот в теплую, как бы, в теплое время года, вы с большой вероятностью встретите и дельфинов, и черепах. Вот. Вот, собственно, мы с вами выходим вот отсюда, из Гёчика, да, и идем в направлении, значит, Мармарис, огибаемся. Вот. И вот сюда, вот сюда, и вот сюда вот заруливаем. Хопа. Вот это у нас с вами расстояние 35 морских миль. Вот, то есть 5,7, 35, то есть, ну, 5 часов, да, хода. Вот. Значит, и мы с вами приезжаем в место, которое называется... Ой, пропал путь-то. Путь пропал. И мы с вами приезжаем в место, которое называется Екинчик. Это кооперативный такой, это маленький, как бы, какой-то такой деревня, как бы, да, а вот здесь вот находится одно из, так сказать, важных очень мест, для, собственно, то, которое развивает это все, да, называется вот такая Маймарина. Это с большой любовью сделанное место, с офигенным дизайном, частная территория, да, координаты ее, вот я вам сейчас скажу, 36 градусов 49 минут севера, 28 градусов 33 минуты востока. Значит,
Это один из самых лучших рыбных ресторанов, наверное, побережье, как бы, да. Значит, достаточно сказать, что сюда приходили разные люди, типа Абрамовича на «Эклипсе», значит, сюда приезжал Дастин Хоффман, Стинг и еще разные другие олигархи. Вот, значит, и вы, собственно, здесь швартуете. Здесь тоже дорого, да. Но кайф от стояния вот в этой вот атмосфере, причем здесь все построено. Здесь есть магазинчик, кстати, продуктовый. А вот кайф от стояния вот в этой атмосфере, значит, здесь и маяк, там какие-то якоря навалены, вот, и так далее. Вот такие, видите, здесь какие-то плетеные штукенцы. Вот, над вами вот эта вот гора висит. Вот, значит, вы, собственно, получаете кайф от этого. Сейчас можно уже не ходить в ресторан наверх, потому что вы платите за стоянку отдельно. Вот, и это раньше нужно было идти обязательно в ресторан. Теперь уже можно этого не делать. Вот. Я сюда хожу уже тоже больше 20 лет, и надо сказать, что я до сих пор не устал от этого. Видите, тут канат, канатами все проложено. Здесь реально очень красиво. Вот, то есть можно гулять просто, реально получать кайф от гуляния. Вот. Значит, зачем, собственно, сюда валить? Во-первых, ну, сразу в Мармарис не хочется. Вот, во-вторых, значит, да, какая есть альтернатива? Альтернатива и две. Во-первых, можно встать вот здесь на якоре. Здесь не глубоко, здесь 5 метров и песок, и поэтому держит все отлично. Во-вторых, можно встать вот здесь. Они здесь построили весь маленький мол, и вот здесь вот, значит, стоят маленькие такие лодочки с крышами синими. И вот здесь можно, оттянувшись на якоре, значит, кинуть веревки на берег и, собственно, это самое, да, встать на ночь. Что эти за лодки? Эти лодки, которые возят туристов, вверх по реке. Вот видите, вот здесь вот пляж, по которому в Риданию ходила Клеопатра. В этом пляже черепахи откладывают яйца. Ну, вот, вот такой пляж длинный. Да, и дважды в год сюда приплывают черепахи, кареты, и в нем откладывают яйца. А вот здесь вот эти лодочки синенькие с крышами заходят. И вот поэтому вот по этой реке поднимаются вверх по течению. Да. Здесь сначала вот у вас будет город, древнегреческий город, который называется Каунас. Вот, по-моему, вот это вот, да. Вот видите, театр. Вот он, театр огромный совершенно, да. А потом вот там такие ликийские гробницы вырублены в скалах вот здесь вот, да. А дальше, если подняться, дальше пройти, то у вас здесь, во-первых, город, да. Значит, речка называется Дальян. Вот. А вот здесь вот, вот здесь вот, по-моему, вот тут. Да, вот тут. Значит, вот они швартуются. Здесь, короче, грязевые ванны и радоновые ванны. Вот. Значит, теплая вода с радоном, 45 градусов, значит, температура. Вот там, видите, все моются. Сначала вы извозюкиваете из грязи, потом сохнете, потом смываете и в радоновые ванны. Ну и там же можно как бы прихватить стаканчик гранатового сока для поддержания, так сказать. Реально очень прикольно. То есть на, ну, как бы, ну, и на это все тратится там примерно 7 часов. И стоит это вот эта лодка с синей крышей 150 евро за лодку. То есть вы можете там собраться там десятером, как бы, да, сесть на эту лодку и сплавать в этот Дальян. На это уходит, условно, там полдня. Да. Вот. И дальше вы возвращаетесь сюда. Туда же вас возвращают туда, куда вам необходимо попасть. Ну, то есть на вашу лодку, да. И вы либо остаетесь здесь на ночь, все зависит от того, куда вы пришли, да. Либо вы, собственно, можете ближе к вечеру, да, рвануть вот сюда, вот. Вот в это место. Опа. По-моему, вот сюда. Нет, я что-то перебрал. Отмена. Так. А, вот сюда, вот, конечно, вот. Называется Чифлик. Чифлик — это такая последняя стоянка перед Мармарисом. Вот она. Тут всего ничего. Расстояние там 10 миль примерно. Вот. Еще это место у русских называют Сиськи. Потому что вот эта гора частная. Она напоминает, собственно, женскую уровень. А вот. И вот здесь вот такая, видите, тоже долина. Да. Рестораны. Вот отсюда дует ветер из этой долины. Вот.
Ну и в общем, как бы здесь надо оказаться в четверг, да, и потом дальше вы, собственно, из этой бухточки в пятницу выходите. Вот, и, собственно, попутно ветром, опять же, да. Вот. Ветер дует у нас с вами вот отсюда, вот так вот. Бжинь. Вы возвращаетесь потихонечку в Мармарис. Приходите в Мармарис. Вам необходимо заправить яхту. Заправка находится вот здесь. Вот она. Значит, собственно, имейте в виду, что, так сказать, в пятницу все возвращаются, так сказать, с недельного отдыха, да? И поэтому, в общем, всем как бы, все сюда ломятся на заправку, и поэтому туда лучше приходить пораньше. Я обычно как делаю? Я обычно прихожу в Мармарис, там, не знаю, часам к 10, к 11 утра, заправляюсь спокойно, когда там никого нет. А потом отъезжаю вот сюда на Вечмелир, на якорь, да, мы там купаемся. Потом мы еще как раз где-то к 2-3 начинает раздувать, и мы здесь катаемся на под парусами. А потом, собственно, к 5 мы возвращаемся уже в Марину, и сдаем яхту. Ну и, собственно, на следующий день улетаем куда-нибудь. Ну или я остаюсь, а ребята улетают. Собственно, вот недельный маршрут. Значит, если у вас есть какие-то вопросы, вы мне можете писать. Значит, это самое, да? Подписывайтесь на канал. Вот, если вы хотите арендовать яхту, мы с большим удовольствием вам это поможем сделать. И вообще организуем это путешествие. Если у вас нет капитана, приходите к нам в яхтенную школу. Ну и вообще. Вот, буду страшно рад вас всех видеть здесь, потому что это мое любимое место. Продолжение следует. Следующий, значит, маршрут будет у нас с вами. Мы с вами пойдем из Мармариса направо, вот сюда, вот, да, в сторону Бусбурна. Вот, заедем тут в Селемее, вот, до мыса Книдос, вот до этого, где находятся офигенные красоты, греческий город. Видите, вот здесь вот тоже есть театр. Всем удачи, всех люблю, Миха.